Привіт, Україно! Це абзац. Незабаром їжа стане дорогим задоволенням. Що відкривають на місці бивших кінотеатрів? Работаємо! Сьогодні в програмі «По чому банан для народу?» Абзац знає, що буде з цінами найближчим часом і чим варто запасатись вже зараз. Чи доходять харчі та одяг, адресовані майданівцям? Операція «Згущонка». Треба кавану по два ящика. Вісім? Вісім, так. Вісім, я помилився. Кіна не буде, кінотеатри кінчились. Хто і для чого відбирає в українців кінозали? Більше 4 років і не бачили, щоб вони працювали. Він запрошений. У розгоні Майдану 30 листопада насправді ніхто не винен. СБУ закрила сьогодні кримінальні справи проти колишнього очільника КМДА Олександра Попова та Володимира Сівковича. Нагадаю, до сьогодні вважали, що саме вони віддавали наказ Беркуту бити людей. Та виявилось, ні. Це хтось інший. Ну, а еще, сегодня очень странные вещи происходили под Киевом. Смотрите сами, наша смышленая Катя Сенченко уже в теме. Вооруженные мерзнущие милиционеры, возмущенные активисты дорожного контроля «Украина» и обескураженные сотрудники ГАИ. На контрольно-пропускном пункте Житомирской трассы сегодня весело. Вот эти вот работники милиции, которые не представляются, они называют нас, граждан Украины, представителей общественной организации «Дорожный контроль Украина», дебилами. Активисты дорожного контроля «Украина» шокированы. Они уверены, здесь сотрудники ГАИ штормят водителей, везущих на Майдан одежду и дрова. До того, как мы сюда приехали, они все работали в две руки, останавливали все фуры, все грузовые автомобили. После того, как мы приехали, можете понаблюдать, не остановлено ни одной машины. По их словам, затаившиеся милиционеры еще и фотографируют документы водителей. Как? Зачем? Мы подозреваем, чтобы в будущем оказывать какое-то давление на этих людей, на этих перевозчиков, там, со стороны налоговой инспекции, со стороны правоохранительных, ну, любых контролирующих органов. Сотрудники же ГАИ, работающие на этом участке, спокойны, как удавы. Сегодня обычный рабочий день, уверили меня. Ну, операция у них. У нас проведение специальных заходов, да, на данный момент. А как называется операция? Сброя выбухивка. Но пикантность в ситуацию вносит вот этот брезентовый домик, заполненный вооруженными сотрудниками МВД. Что они тут делают, почему с оружием, ответа нет. Товарищи милиционеры даже знакомиться не хотят. Это должен быть приказ, наверное, какой-то, раз здесь оружие. Ну, просто никто не может даже представиться. Меня зовут Екатерина Сенченко, я журналист «Нового канала». Да, может, вы тоже тогда представитесь? Вы же сотрудники милиции. А это пункт обогрева, да? В смысле, просто любой человек... Вы пришли погреться? Чаю хотите? Чаю? Да нет, наверное, потом. Мне удалось узнать имя только одного милого лейтенанта. Наверняка зритель задается вопросом, кто перед ним сейчас. Лично вам я все покажу. Ну, лично мне прошу, давайте покажите быстрее. Ну, а я хотя бы узнаю машину. Молодой человек, ну четко покажите. Ну перестаньте. Ну, я вам расскажу. Сейчас мы уже почти... Нет, так, не понимаете, я юридический. Хорошо, я так посмотрю, никому не скажу, что выпущу секрет. Ну, хорошо. Потом вы скажете, наверное, да или нет. Я даже уже не запомнила. Да. Я помню, что Александр Владимирович, но больше не помню ничего. Активисты уверяют, что и сами милиционеры в опасности, ведь палатка заражена. Эта табличка красовалась перед входом в пункт обогрева до моего приезда, но потом ее убрали. Когда я увидел, сразу обратился к работникам милиции, говорю, работники, отойдите, потому что здесь заражена территория. Для того, чтобы хоть как-то разобраться в том, что вообще здесь происходит, что здесь делают милиционеры, почему останавливают фуры, активисты дорожного контроля вызвали следственно-оперативную группу, которая не едет уже сколько? Она уже не едет порядка 2 часов, и неизвестно, будет ли она вообще. Мы тогда едем за официальными комментариями в пресс-службу, а вы оставайтесь здесь и держите нас на связи. Да. Но в итоге пресс-секретарь Святошинского отделения сама приехала на место происшествия. Правда, без следственной группы. Мы чекаем уже 3 часа. Вы приехали, если оперативной группы так немає. Еще оперативная группа, она отрабатывает выклики, и за чергой она обязательно приедет. Зато я таки узнала официальную версию происходящего. Это действительно милиционеры. Да, вооруженные, да, их с десяток, да, они не будут представляться по моей просьбе, и они действительно фотографировали документы водителей. Працівники міліції Святошинського районного управління здійснюють функції з метою охорони громадського порядку на даному об'єкті. Активістів такий відповідь не устроїв. Вони все-таки бачать тут неладне.
Действительно, дюжина милиционеров с оружием в недавно еще зараженной палатке выглядят странно. Но что поделать, имеют право. Ну а нам, кстати, в студию Абзаца позвонила наша телезрительница, которая сказала, что именно после такого фотографирования у нее и сгорела машина. Подробности выясняет Катя Сенченко, узнаем в ближайшем будущем. Ну, особливий режим у центрі столиці. Запровадять його чи ні? Кілька днів тому на сайті «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела опублікували мапу, увага на екран, урядового кварталу, обведеного червоним. Так мала виглядати зона особливого режиму у Києві. Але не встигло зображення потрапити до інтернету, як його спростували у міліції. Мовляв, нічого такого не планують. Ні, ви що? Ну, а уже сегодня министр юстиции Елена Лукаш сказала, инициативу неправильно поняли. Никакой режим вводить не будут, просто начнут усиленно охранять государственные объекты. Что это означает, все равно никто не понимает, честно говоря. А раньше что, не охранял? Экономисты посчитали, что через неделю-другую подорожают все импортные товары. Ну, а еще автомобили, бензин и аренда жилья. Как да. Насчет? Та що там, машины? Харчі нині не по грошах. Ми провели експеримент. Наскільки вже подорожчали продукти порівняно з торішнім лютим? Слово нашому допитливому Філу. Ровно год назад в этом самом магазине я купил продуктов на определенную сумму. И теперь хочу узнать, сколько я заплачу за эти же товары сегодня. Хлеб, курица, молочка, яйца, мука и недорогой корм для кошки. Из трех сохранившихся прошлогодних чеков я выбрал самое необходимое. Даже по размеру нового чека я уже вижу, что денег за те же самые продукты я заплатил больше. Но осталось провести более точные расчеты. Я покупал только необходимые товары и, главное, добивался максимально точного соответствия марок и веса товаров. Так что комар носа в нашем эксперименте не подточит. Итак, посчитаем, сколько бы я потратил на эти продукты в прошлом году. Яйца стоят 10 гривен вместо прошлогодних 8. Хлеб дороже почти вдвое. Килограмм помидоров, купленных в феврале 2013-го, дороже последнего урожая почти на 7 гривен. Почти не подорожал дешевый сорт муки и бюджетный чай в пакетиках. Итого за прошлогодние покупки получилось почти 100 гривен. По данным Госкомстата, инфляция в прошлом году составила всего 0,5%. Но вместо того, чтобы в этом году переплатить за эти продукты 50 копеек, я переплатил почти 20 гривен. И как оказалось, не я один такой. Бюджетники, пенсионеры, студенты и домохозяйки, да практически любой покупатель в шоке от цен на продукты. Вот вы столько купили, продукты подорожали? Очень сильно подорожали. В ресторане, наверное, дешевле будет покушать, чем для себя домой купить. Денег мы стали тратить больше на продукты. Ну, это так по ощущению, да. Я получаю 940 рублей пенсии. Вот купила творог, купила сахар, все продукты необходимые. Вон полторбочки, видите, полторбочки. Я истратила 96 гривен. Вон даже там чек есть, что я купила. С какого потолка на официальных страницах появилась инфляция в 0,5%, не понять ни мне, ни тете Кате. Может, у Госкомстата и Министерства экономики какой-то чудо-калькулятор есть? Однако чиновники, ответственные за подсчет макропоказателей, встретиться с нами так и не смогли. Мы могли бы с вами сегодня встретиться? Мы на завтра планируем брифинг, мы вас обязательно пригласим, как только мы будем понимать, во сколько он у нас. На завтра только? Да. Мы, конечно, с удовольствием пообщаемся с государственными финансистами. Тем более и доллар, и евро, и российский рубль выросли. По идее, вырастут и цены на импортные продукты. Минэкономики на своем официальном сайте уверяют, ничего страшного. І відбудеться повернення до більш розумних і адекватних цін. Експерти уверені, долар по 8,80 все-таки дасть удорожання продуктів в 2014 году. На товари український курс впливає косвенно. От. В тому числі ми знаємо, що на ціну багатьох товарів впливає та ж стоїмость бензина. По імпортним товарам ми маємо вклад 6%, непосередньо курс вирос на 6%, ціна виросла на 5%, деякі постраховалися на 10% повисили. То относительно украинских товаров, то тут будет рост там несколько процентных пунктов. Что же это получается? Если официальная инфляция будет 5%, а как мы выяснили из нашего эксперимента, реальная почти в 40 раз больше, выходит хлеб около 8, а молоко и яйца будут стоить под 20 гривен, а? Даже боюсь подумать, насколько все это подорожает уже к Пасхе. Может уже сейчас прикупить пару десятков на праздничный стол, чтобы на Пасху не сидеть за пустым столом с одним хреном. Хрен?
Їхня мета – анархія та розруха. Це я цитую. Знаєте, про кого це? Кожен кримчанин знає про євромайданівців. Щодня ролики такого змісту крутять у тролейбусах півострова. Активістів там ще називають, цитую знову-таки, зрадниками інтересів автономії. Це ж відео крутять на екранах в центрі Сімферополя. Ну, знаете, на этих больших экранах в центре Симферополя. Кто конкретно заказал и оплатил запуск такой антимайдановской пропаганды, неизвестно. Руководство автономии разводит руками, мол, ну, это не мы. Это какие-то общественные организации сделали, мы вообще ни при чем. Вот так. А тем часом луганские козаки написали листа Путіну, ну, насправді не луганські, а донські козаки Луганщини. Цікавий зміст листа. Знову-таки цитую. Звертаємося до вас із проханням не віддавати нас на поталу західним іродам. Да. Также казахи жалуются президенту России, что некие молодчики калечат граждан, милицию, исторические памятники. И это еще не все. Они зовут на помощь НАТО. Луганские Вау. Правозащитники, да, тут же обратились в СБУ, чтобы... Та разобралась, что это за такие странные письма. Обратились с этим обращением, в том числе и к президенту России, что если вдруг будет эскалация насилия, если будет угроза нашим семьям и нашему народу, то с просьбой защитить нас. Многие луганчане уже сейчас, возвращаясь с работы, первым делом ищут бандеровца под кроватью, потом разогревают борщ. Поэтому это такие же вещи, они зря не проходят. И деструктив, такие же тексты появляются не сами по себе. Я не сомневаюсь, что он согласован с областными властями. Слушай, козак таким беззахисным выглядел. Мне стало его шкода. Так он просто гражданский казак, понимаешь? А не военный. А мне вот, честно говоря, интересно, доходит ли до евромайдановцев гуманитарная помощь, которую собирают по всей стране. Ну, вы же знаете, наверняка кто-то из вас тоже отправлял. Вот. Неужели вам не интересно, дошло или не дошло? Очень интересным способом, у нас есть ответ на этот вопрос, проверили наши любопытные Маша Глушко и Саша Джусупов. Давайте посмотрим. Столичним євромайданівцям львів'яни допомагають уже другий місяць. Будуть збору теплих речей та грошей облаштовують під відкритим небом. В храмах. І навіть у кав'ярнях. Ось у цій, наприклад, саме зараз пакують ящики в Київ. Ящики то пакують, але чи вони дійдуть на Майдан, львів'яни не певні. Ходять чутки, що автобуси перестрівають невідомі, посилки забирають. А ще, що й самі водії присвоюють довірений їм вантаж. Вимисел чи правда? З'ясую. Я починаю розслідування, чи дійдуть пакунки до адресату. А зібрали львів'яни сьогодні чимало. Ми передаємо 270 бляшанок з жущеним молоком. Передаємо 2 кульки з термобілизною, передаємо 3 кульки з шкарпетками і 1 кульок з медикаментами. Спакували надійно, відносимо до автобусу. Речі надійно складені, Києве, зустрічай вантаж! Помощь Майдану передают со всех уголков Украины. И мы решили разобраться, как протекает весь процесс. Итак, участники схемы. Организаторы, которые собирают в своих городах пожертвования для Майдана. Рейсовые автобусы, водители которых, как правило, бесплатно берут такие грузы. И люди, которые встречают этот багаж на въезде в Киев и доставляют на Майдан. Кстати, тоже безвозмездно. Найти такого оказалось легко. Вот мы проводим эксперимент. Размещаем объявление и оп, через 5 минут откликнулся некий Эдуард. Посмотрим, доставит он груз на Майдан или к себе домой. Спасибо большое, дорогие львовяне. Поеду встречать. Хотя, наверное, рановато еще говорить спасибо. Нужно посмотреть, доедет ли груз по назначению. Поеду посмотрю. 7 утра, автобус на месте. Я для чистоты эксперимента наблюдаю в укрытии. Почему-то ничего не происходит. О, грузят, грузят. Ну что ж, посмотрим, сколько пакетов доехало со Львова. Так, вижу коробочки со сгущеночкой. Так, водитель передал пакеты. Теперь начинается самое интересное. Поехали! Итак, человек груз забрал. Посмотрим, довезет ли он его до Майдана или, например, домой себе заберет. Пока все по плану. Мы подъезжаем к Майдану.
По всей видимости, груз в целости и сохранности сейчас уже будут выгружать, и мы проверим. Передача доставлена на Майдан. И это уже неплохо. И вроде бы все на месте. Теперь можно открывать карты. Спасибо большое, что делаете доброе дело. Мы просто хотели понаблюдать, действительно ли груз доставляют до места назначения. Что вас побуждает на такие поступки? Вот с самого утра в 7 часов ездить, забирать чьи-то вещи. Вот оно вам надо. По зову сердца. Эдуард, таксист, говорит, что частенько помогает Майдану, если надо что-то подвезти. Но из-за этого у него уже были проблемы. Один раз уже приглашали, меня вызывали. Вызывали по этому поводу, да? По поводу Майдана? Ну, по поводу того, что машина там засветилась. Тихари ходят же, собирают номера машин, а потом вызывают. Но даже это не запугало Эдуарда. И он продолжает при каждом удобном случае помогать. Теперь посмотрим, куда переданные вещи деваются дальше. Мы сразу видно, что машина кухню в гараж. Итак, сюда должны были передать термобелье и носки. Из-за холодов они здесь на весь золото. Поэтому за 15 минут все размели. Ты что, так быстро, сразу в течение нескольких минут все раздали? Ну, их было небогато. Покупайте нормально. И все. Пойдем посмотрим, что там со сгущенкой. Передали уже, занесли? Звичайно. Дякую землякам, дякую Львову. Це дійсно смачно. Підняли настрій за нового ранку, красота. Роздавати сгущенку не спішат. Говорять, хорошого понемножку. Усім зразу не можна давати, бо злетниця. Кожна палатка там чи кожна якась група людей з областей, вони ж подають заявки. Вони ж пишуть, що потрібно або молоко, або звичайне молоко. Ми видаємо. Все вроде идет хорошо. Если бы я не спросил, сколько ящиков со сгущенкой занесли? Три пакована по два ящика. Вісім, да, вісім, я помилився. А всего же было 9. Где же делся еще один ящик? Смотрите, на этом видео видно, как некий мужчина в маске забирает одну коробку и уносит. Я срочно решил узнать, куда он делся. И нашел. В палатке. Меня тут же успокоили. Сгущенка попала куда надо. От кухня якраз тут є чай, готується, і каву. Сусідам поділимось, тому що сусіди нам допомагають. Велике спасибі львів'янам. Так що, Львов, можете не беспокоїтися. Ваш привіт утеплив і подсластив зимнє майдановське утро. Ну, а тепер цікавинка з Олімпіади. Українські гірськолижників забули в аеропорту. Їх не зустріли організатори, вони кілька годин простирчали в очікуванні дива, а потім рушили до Олімпійського селища своїм ходом. Ну, мабуть, таки на таксі поїхали. Як сказав наш Олег Крючков, таксі там дуже дороге задоволення. А ти був коли-небудь в Сочі взагалі? Ні. В принципі. А от я був в Сочі. Вони там, ну, не просто із Олімпіади дорогі, вони там завжди були дорогі. Эти таксисты. А я тебя прошу, пожалуйста, после эфира не забудь, напомни мне, чтобы я купил билеты. Ты же знаешь, у меня память дырявая. Вот, чтобы я купил себе билеты в кино. Как это да. Я это делаю обычно онлайн. Хорошо? На какие фильм ты собираешься? Не имеет значения, на какой фильм. Я просто хочу сходить. У меня есть два любимых кинотеатра в центре города. Ну, в центре Киева, в смысле. Вот я хочу попасть в один из них, потому что, ну, говорят, что их могут так тихонечко закрыть. А що можуть відкрити на місці найдавнішого столичного кінотеатру, розслідувала наша емоційна Іра Петькун. Абзац у Києві. Это беспредел, да. Великий русский язык, кто может передать эти эмоции. К сожалению, он нецензурный. Сражаться за то, что нам дорого, то, что действительно в наших сердцах. Настоящую бурю возмущения у людей вызвала новость о том, что в ближайшее время этот кинотеатр хотят закрыть. Все дело в том, что «Жовтень» – это самый первый кинотеатр в столице. Его открыли еще 84 года назад. Сотрудники гордятся старинной лепниной, которая сохранилась на стенах, древнейшими афишами и уникальным для сегодняшнего кинопроката репертуаром. Есть же такие фильмы, которые ну, для особой категории зрителей. То есть киногурманов. Это же все история. И вот это уничтожить, будем говорить, большого ума не надо, чтобы это все развалить, сделать евроремонт или что-то там такое, сделать какой-то развожальный комплекс, составить два зала. Такие планы, по словам сотрудницы этого культурного заведения, вызрели у Киевской городской администрации. Теперь она хочет через суд выселить кинотеатр из этого здания, причем используя юридические лазейки и хитрости. Почему они хотят обратиться в суд? Потому что договор аренды кинотеатра не является в должной мере заключенным, соответственно, с юридическими фирмами.
почему так могло произойти? С нашей точки зрения, органы власти сами виноваты в том, что договор не полностью формализирован. Сколько мы не обращались к горсовету с целью эти отношения урегулировать в полной мере, но ответ должного не добились. Я еще раз уточню, все-таки кто на вас подает в суд? Это сложная ситуация. Подает в суд прокуратура Подольского района в интересах городского совета и по инициативе Департамента коммунальной собственности города. Ну, так, чуть-чуть понятно. Чтобы внести ясность, я пришла к инициатору судебного процесса, то есть в горадминистрацию. Вы не поверите, здесь все оказалось еще веселее. Начальник отдела арендных отношений города Киева мне с прискорбием сообщил. Договор аренды немає. Відсутній. Давно? Що це підтверджено судами вищих інстанцій десь з 2011 року. Собираетесь кого-то выселять из этого помещения? Хотите, планируете? Позов подавала прокуратура Подільського району міста Києва щодо виселення. Вы же как бы попросили прокуратуру, чтобы она подала иск? Это прокуратура занимается. Смотрите, какая интересная ситуация получается. С одной стороны, городская администрация сама просит прокуратуру отобрать здание кинотеатра. Но с другой стороны, сама же надеется, что никто его никуда не заберет. Вам тоже кажется это совсем нелогичным? И тем не менее, уже 18 февраля дальнейшую судьбу Жовтня рассмотрят в суде. Во что это выльется, покажет время. И строгость прокуроров, и еще справедливость судов. Тем временем, пока идет отчаянный бой за здание кинотеатра на Подоле, совсем неподалеку, здание кинотеатра Нивки почему-то вообще никого не волнует. Мы уже здесь больше 4 лет и не видели, чтобы он работал. Он заброшенный. Хотя это же вам не исторический центр, а так глухое местечко в спальном районе города. А сейчас никаких параллелей, просто два примера о том, что произошло с кинотеатрами, которые, так же как и Жовтень, тоже находились в центре города. Вот, например, один из них, Зоряный, на Печерске. Интересно, что там сейчас показывают? Пойду на разведку, но пока со всех сторон я почему-то наталкиваюсь только на кафе и рестораны. А где вход в кинотеатр? Это живет на Ленинграде. Там вход, да. Спасибо большое. Но он работает еще, да? Спасибо. Похоже, меня направили в какую-то подворотню. Странно, почему? Может, здесь сейчас ведут какие-то конспиративные кинопоказы? Скажите, а вход в кинотеатр здесь? Что? Вход в кинотеатр. Кинотеатр не работает? Мне сказали в кафе, что здесь вход. Вы к кому? Кинотеатр, я же вам говорю. А это с вами. Кинотеатр не работает. Как кинотеатр. А что сейчас можете назвать здесь? Не могу. Похоже, я своим вопросом не на шутку смутила работника безопасности. Интересно, почему? К счастью, ситуацию прояснила вот эта синяя вывеска, которая предательски раскрыла секрет этого улыбчивого мужчины. Улица Крещатик. Когда-то за моей спиной тоже был кинотеатр. Назывался он «Орбита». Но сейчас здесь только магазин сладостей. Но любители киноискусства не хотят потерять еще один кинотеатр. Да еще и с уникальным репертуаром. И вот толпами ходят и оставляют подписи в надежде, что это поможет сохранить Жовтень в прежнем виде. Я так понимаю, что помещение кому-то приглянулось. Но на самом деле, конечно, очень плохо, потому что кинотеатр хороший. А лично я надеюсь, что решая судьбу кинотеатра, и суд, и городская администрация учтут мнение городских жителей. Ведь в нашей стране общественное мнение превыше всего. Ну а кілька годин тому стало відомо, що все-таки столичний кінотеатр не виселяють. Сторони дійшли компромісу і оренду продовжили на 3 роки. Ничего себе. А вот еще на тему судов. Сегодня в МВД сообщили несколько версий убийства судей в Кременчуге. Основная, естественно, его профессиональная деятельность. Дивіться далі. Абзац дізнається, звідки у школах барикади, мітинги та беркут. Дітей, а ти тебе не убережеш. Слухай, як все-таки міняються діти? От в мене, наприклад, в дитинстві не було комп'ютера. Я грав в пекаря, в футбол, в козаки-розбійники. Телевізор був раз на тиждень. Це в неділю, Катрусин кінозал. До речі, чим розважається твій син? Помніш, як, знаєш, виходить хтось на балкон і так
Мультик! Маня! Мультики! Домой! И двор пустой. Да. На что? Сейчас вот мой играет, например, только в компьютерные игры. Там Майнкрафт, GTA, там пу-пу-пу. Так вот, знаешь, вот утром просыпается выходной день. Игры и на диване. И так вот до конца лежит. Діти аналізувала наша розумниця Надя Рогозіна. Ляльки Маші і м'ячики нині не в моді. Тепер в українських дітлахів інші іграшки. Малюки складають з конструктора барикади з вулиці Грушевського. А замість парку з атракціонами тепер ходять. На Майдан. А тобі не страшно? Ні, не страшно, йому наоборот за барикади. Йому подобається. А що він каже? Говорить, хочу на барикади. Вони не бояться, подивіться на дітей, вони схожі на поглівок. Ще якихось півроку тому такі забавки викликали б у батьків жах. А нині дорослі ставляться до цього спокійно. Був у нас навіть такий набор милицейский. Там и дубинка, и наручники. Вот где-то он случайно откопал и пару дней ходил вот так вот с этой дубинкой. Я беркут. Киянка Анна таких ігор своєму 10-річному сину не забороняє. Лише пояснює, що насправді міліціонери повинні захищати своїх громадян. Дітей от этого не убережеш. Надо, щоб вони все видели, но при этом им объяснять и учить самим мыслить, делать выводы. А ось у школах до такого виявилися не готові. Вчителі тепер змушені щодня проводити переговори з юними протестувальниками. В класі говорять, ти знаєш, у нас як тільки переміна або учитель виходить із класу ненадовго, у нас починається Майдан. Я говорю, що це значить? Ну, ми викрикуємо всякі лозунги. Україна – це Європа, слава Україні. Щоправда, школярські майдани поки що легко придушують червоним чорнилом у щоденнику. А в деяких навчальних закладах обрали тактику ігнорування. Вважаю, що навчальний заклад не повинен бути втягнутий в будь-які політичні події. У нас є навчальний процес, і це наша основна задача. Дорослі, які працюють в закладі, повинні плавно відійти, якщо навіть є питання від цього запитання. Це буде правильна позиція для вчителя саме. Може, саме тому в цій престижній гімназії на Подолі революційними іграми навіть не пахне. Зазвичай ми граємо в явори-явори, в струмочок. Класичний приклад позиції «нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу». Невже спрацьовує? На жаль, не завжди. Дітям потрібні відповіді. І добре, якщо вони їх знаходять у правильному місці. Дитяча гаряча лінія, я слухаю вас. Питання, які стосуються Майдану, які стосуються політичної ситуації в Україні, вони, звичайно, також тривожать дітей. Близько 50 звернень ми отримали от за цей місяць саме від дітей. Що вони питають? Взагалі, що таке Майдан? Чому люди там стоять, як довго він взагалі ще буде стояти. Також у нас був один дзвінок, коли бабуся проти Майдану, а хлопчик за Майдан. Така підвищена цікавість до негативних чи агресивних новин виявляється цілком природня. Треба розповідати дітям, але краще запитувати, що вони хочуть знати. Якщо діти ставлять запитання, на них обов'язково треба відповідати, враховуючи вік дитини і враховуючи ваше власне ставлення до цього. Я б порадила з такими дітками читати більше казок. Там, де добро перемагає зло. І якщо дитина буде задавати питання, а що там відбувається, то використовуючи алегоричні якісь, а пам'ятаєш, ми з тобою читали те, то як тобі здається, хто тут правий, а хто ні? Стрес від революційної інформації неминучий, каже мені психолог. Ним може пояснюватися те, що ваша дитина почала погано вчитися чи гірше спати. Але приховувати інформацію від малих – не вихід. Завдання батьків – допомогти справитися з емоційним перенавантаженням. Зараз я дуже рекомендую батькам більше тілесного контакту з дитиною, робити їй масаж, робити, обіймати частіше. Так само це допомагає і батькам заспокоїтись, і дитині. Можна пригорнути до себе дитину, покачатися разом з нею, заспівати її пісеньку або почитати її книжечку. І це буде сприяти заспокоєнню і встановленню більш такої розслабленої атмосфери в родині в цілому. Как
это мило было, а? Особенно в конце сюжета, такой хороший кадр. Ну а в столичном аэропорту тем временем поселилось семейство зайцев. Самого активного из них уже назвали, так как я иногда называю Мишу, Виталиком. Виталик еще тот смельчак, друзья, смотрите на Виталика. Он становится на задние лапки, ну как Миша каждый раз в начале эфира, и приветствует прилетевших пассажиров. Я думаю, что его место не в аэропорту, а в зоопарке. Да, скоро в столичному зоопарку может звільнитися одна з кліток. Там беда, друзі, там помирає черепаха. Чи можна її врятувати? На допомогу кинувся наш чуйний іноземець Рікі. В українському зоомірі катастроф. В столичний зоопарк погибать единственный в СНГ черепах Біса, занесений в красний книга. Необхідна елементарна заміна фільтра для води. Поскольку сейчас он уже, так сказать, не работает, соответственно, черепаха фактически в своих же нечистотах будет плавать. По мнению зоозащитника, черепашка одной ластой в красный книга, а другой в свой собственный фекалий. Если срочно не начать действовать, быть беда. Что случится там с этой черепахой, если черепаха может заболеть и умереть? Анатолий Константинович, меня, а я, соответственно, их. Процесс пошел. Весь Киев стоять на ушах из-за один черепаха. Наверное, она там уже при смерти. Я приехать в зверинец, чтобы свои собственные глаза увидеть, как содержаться эта черепаха. А переживать и правда есть за что. Мне не сразу удалось увидеть зверушку. Нам такое страшное рассказали про тебя. Тут полстраны сейчас переживает о тебе. Вода у рыбы намного чище, чем у черепаха. Но почему? И насколько это критично для него. Проблема фильтра. Их нельзя сейчас закупить, потому что в связи с тем, что они очень дорого стоят. А сколько? Ну, где-то порядка там 12-20 тысяч гривен, там одна только турбинка, а их надо 4-5. А если не менять сейчас фильтр, сколько она проживет, такой вода? Ой, трудно сказать, но очень долго. Бедный черепаха, они еще и издеваться над ней, держать ее в такой воде очень долго. Как же она дышать? Такое помутнение воды, оно не очень для нее страшно, поскольку черепаха дышит атмосферным воздухом, захватывает его с поверхности, и эта вода не проходит, как у рыб, через жабры, то есть не может ей повредить. Но ведь мне сказать, что черепаха умирать? Кто мне врать? Черепаха может заболеть и умереть. Ну, наверное, есть какие-то недоброжелатели, которые хотят, может быть, повредить учреждению как такового. Чтобы прояснить, кто из них некомпетентен в вопросе жизни и смерти черепах, я отправиться к заместитель столичный мэр. Пусть он рассудит, но, кажется, свой вопрос я зацепить его за живой. Все 11 лет у нас проблема с зоопарком. Вот если вы возьмете каждый год, у нас каждый год проблема с зоопарком. Мне уже просто, ну вот тут, если честно. О май гад, оказывается, это не первый проблем в зоопарк и его звери. Я думаю, что там дело не в животных. Вот я так чувствую, что дело не в животных. Дело в тех людях, которые вокруг нас, любыми путями нас делают виноватыми с целью одного. Захватить этот зоопарк и а потом же все повторяет. Проблема, по мнению Голубченко, вовсе не в животной, а черепаха, который поставит весь город на ухи, всего лишь повод. Американский еврей считает, если проблема можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы. И эти расходы мне на весь страна пообещал покрыть глава управления по благоустройству столицы. 12 или 15 тысяч гривен – это не проблема, ну тем более 11. Это не проблема, это не проблема. Извините меня, но это не проблема. И сам заместитель мэра. Что там купить этот за 14 тысяч компрессор, завтра мы его купим. Мы все сделаем, у нас для этого все есть возможности. Просто я боюсь другого. Завтра будет вместо черепахи олень. Вспомните мои слова. После оленя медвежата. После медвежат тигренок. Ну это бесконечно. Но и это еще не конец. Зоозащитники два дня назад провести пикет, на который требовать уволить директор зоопарк и даже иметь свой кандидат. Со стороны общественности уже предложил на эту должность Сергей Григорьевич, начальник отдела просвещения Киевского зоопарка. Просто так кричать «долой директора», знаете, ну у нас директоров не хватит. 8 директоров поменялось, и все не такие. И все проблемные, и все они потратили деньги, куда-то дели, кто-то куда-то украл, кто-то куда-то недоукрал, и так плохо в зоопарке. Я считаю, просто группы влияния, которые своей целью имеют, ну не знаю, то ли свои амбиции удовлетворить,
то ли зайти и бизнес в зоопарке сделать. Но как только там появляется от одной группы представитель, все остальные начинают их бить, они не такие, они становятся через 3 месяца, они же преступники. Уже что-то умерло, кого-то не докормили и поехали проверять. Поэтому, мистер Голубченко, принять кардинальное решение проблем раз и навсегда. Я считаю, что сейчас немедленно создать комиссию комплексную. И я такое поручение подпишу немедленно, потому что я давал поручение эту комиссию организовать еще 3 недели назад. Включим туда, в том числе и этих общественников, которые хотят присутствовать и все видеть. Включим КРУ, государственная КРУ, ну, которая представляет воры. И мне сейчас абсолютно объективно хочется получить картину. Мне пообещать пригласить абзац на этот проверка. Буду ждать звонок. Я понять, что черепах тут ни при чем. Тут явно решатся совсем другие вопросы. Но теперь я спокоен. Этот черепах пережить нас с вами. 90, наверное, может прожить. Ну а что еще удивительного произошло в мире? Смотрите прямо сейчас. 7 часов утра, Венесуэла. Люди остались без утренней прессы. Около десятка местных газет не напечатаны, потому что нет бумаги. В стране дефицит газетной бумаги. Журналисты тем временем митингуют и подозревают власть в попытке закрыть рот прессе. Ну а вообще-то в Венесуэле время от времени случается дефицит некоторых товаров. Например, не так давно полностью исчезла с полок, простите, туалетная бумага. Боже, як же ж там люди живуть? 10-та година, Вашингтон, французский президент Франсуа Оланд прокинувся трошки зім'ятим. Ну і ще пак, усю ніч він провів на балу в свою честь. Це так його зустрів Барак Обама. 300 іменитих гостей. На столах червона ікра, стейки, ванільне морозиво, Обама у смокінгу, його дружина у червливій сукні. Потім концерт, світські теревені, тости про взаємну любов між двома народами. Обама ж приїде в гості до Оланда влітку, а? Містер Обама. 13.00, Великобритания. Сэм из графства Сомерсет завершает недетское сооружение. Плотину. Ею он окружил свой дом. Теперь это островок спокойствия и сухости. Потому что вокруг мутные потоки воды, затапливающие все на своем пути. Большая часть соседей Сэма эвакуировались. Ведь Британия уже месяц страдает от рекордных наводнений. 18-та година, Нью-Йорк. Королеву краси серед всіх американських собак з тріумфом відправляють додому. У Техас фокстер'єр Скай переміг на найпрестижнішій у Штатах виставці собак. Це було нелегко. Приїхало аж 3000 конкурсантів. Всі ситі, вилізані. У кожного свій перукар, стиліст. Вони постарались на славу. Ну, не собаки, а витвори мистецтва просто. Ой, це дуже смішно. Мы, друзья, хотели бы познакомить вас с нашей очаровательной ведущей погоды. Возможно, вы еще не знакомы, возможно, первый раз включили новый канал. Давайте посмотрим на Свету Рыжук. Света! Привет! Привет! Стоп! Да, Абзац. Привіт. Ага, привіт. Я з новою погодою від нового каналу. На четвер, 13 лютого. Найближчої доби у північно-західній Європі вируватиме негода. Вітри та дощі. Решту території континенту опануватимуть хмари, крізь які визиратиме сонечко. В Україні цього дня пануватиме мінлива тепла погода, подекуди дощитиме. Ну, зараз детальніше про метеоситуацію по усіх регіонах України окремо. На заході повітря просякне вологою, пройдуть дощі. Ті, хто зібрався у гори покататися на лижах, охолоньте. Там теж дощ, ще й з мокрим снігом. Температура повітря становитиме 3-8 тепла на Закарпатті до 10 вище від нуля. У північних областях в окремих районах можливий дощ. Дбайте про свої парасольки. Просушуйте їх, чистіть їх, щоб не трапилося таких ось несподіванок. Упродовж дня температура повітря буде плюс 1, плюс 6 градусів. На сході буде хмарно і туманно. Щоб не заблукати у таку пору, тримайтеся міцніше один за одного. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів із позначкою плюс. У центральних областях без суттєвих опадів – таємниця жіночої сумки. Її місткість. Зважаючи на погоду, дощовик у ній буде абсолютно незайвим. А ще дзеркальце, плоскогубці, ну і ще дуже багато всього корисного. Температура повітря у регіоні плюс 4, плюс 9 градусів. На півдні України потепліше, але не настільки, щоб забути про обережність. Тримайте вашу голову і ноги у теплі.
Денна температура 7-12 градусів тепла. Здебільшого сонячно, подекуди незначні дощі. Окрім починається справжня весна, час оновлювати свій гардероб. Термометри показуватимуть від 9 до 14 градусів із плюсом, буде сонячно. У Києві завтра тумани, можливо, навіть дощ. Красуні та неформали. У цю погоду підбирайте таку косметику, щоб не потекла вона у вас на щоках. У столиці плюс 3, плюс 5. До кінця тижня в Україні триватиме відлига, а ще посилиться вологість повітря. Я ж прощаюся з вами, залишайтесь на новому каналі. Побачимось. Светка, спасибо. Увидимся в том ресторане вечером, в котором договаривались. Пока. Ну а уже четвертый год украинцы именно сегодня, 12 февраля, отмечают Международный день брачных агентств. Ну, кохання всім нам, вам теж. І дякуємо, що подивилися. Зустрінемось вже завтра. А ми з Шабановим пішли святкувати Міжнародний день шлюбних агентств. Пішли, що сидиш? Я здесь посижу.